Привет, блядь. Всем привет, ребята. Дай покурить, нахуй, ломка. Меня тоже. Ты вообще курил, бля, я не курил. Ты вчера всю жизнь спал. Бля, ебать, у меня волосы посечены. А ну-ка, покажи-ка. Че? Смотри на меня, я пидор. Я хуеглот. Дай попарить, заебал. Я, блядь, короче, не всем привет. Ты с утра попарил, блядь. Я сегодня а я с этими не попарил. Дебилами едем куда? Какие на МТЗ? Дебилы? Мы едем на МТЗ, чувачки. Потом стрит. Там мы сладко дунем и потом поедем в стрит. И, ну а ладно, где-то мы... Андрюха сейчас, кстати, приедет. Вот Андрю, у Андрюхи вистав. Не звони, кстати. Тихо. Паригадам-дам-дам-дам-дам, паригадам-дам-дам-дам-дам-дам-дам, помберам, паригадам-дам. Охуеть! Я же говорил, что ты помрился! Молоденький. Привет. Привет, пострижися. Андрею снова 14. Андрей, ты такой молодой, тебе снова 15. Да, а я, а у меня день рождения, мне 17. Ты такой другой, я в ахуе. Что, это влог снимаешь? Да. Влог снимаешь. Скут, будем сегодня играть? На МТЗ? Иногда. Давайте. Вау! Школьники! Андрюша без бороды. Да иди ты нахуй. Я, конечно, знал, что будет реакция, но, типа, не настолько агрессивная. Ты прям доебал. Здрасте. Привет всем. Всем привет, это Кантан Антона. Это канал Антона. Мы, короче, как видите, приехали вот в этот парк на МТЗ. И Андрюха мне предложил снимать геймскут по всему парку. Вот. Мы будем снимать друг друга. Я предложил, что... его меня выиграть. Ну, как сказать? Ну, давай посмотрим. Окей, давайте. Давай, короче, а ты с ножницами хочешь или за спиной сразу? Давай за спиной, окей. Раз, давай, два, сразу. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну все, ты выиграл. Давайте также по правилам пройдемся. Короче, играем по пяти. Экстра член есть. Со всеми трюками, да, оправданы. Не знаю, фронт-фисти гадать или нет. Со всеми трюками давай без броя. Хорошо, хорошо, договорились. Чего-чего, я готов получить минус, так не готов с броя. Все, дальше, что еще? Нет, сейчас поправим. Мануалы, но мануалы. Да. Давай вот сюда вот фибл вверх, фибл вниз, а на трёху. Давай. Я вообще не прикатан к этой грани. Короче, вот она с той внутренней стороны скользит как-то, ну, я же тебе сказал, перенамазано. Ну да. Мне вообще неудобно. А здесь что надо? Окей, я попробую, давай. О, блядь! Лё, колено, чувак, отдало жестко вообще. Мне ж нельзя дропать на колено. Это же не дроп. Да я сверху спрыгнул. А, нормально? Давай второй возьми. Давай. Я ходов беру столько, что мне прыгать не надо. Во-во-во. Не, все? Не хочу. В смысле? Экстра брать в начале игры. Ну, не повторять старых ошибок. Да. Давай заказ тогда. Так. Ну, значит, мой любимый трюк фронт 50. Давайте загадаю фронт 50 скат на свое ванете. Угу. Короче, сплашки. Yes. Сказал мне, что? Мы видео я снимаем. Что? Трюк. А мы Game of Scoot на канал Антош Прод. Ладно, давай. Потом расскажу. Что? Ту спик. Автоматик. Сука. Во! Ну нормально же было. Да. Но меня больше смущает ванеха своя. А. И буква не хочется, и Мариган не хочется. Пусть будет лучше буква. 1-1, пацаны. Да. Ты был вверх, вниз и на дикейт. Или блёд! На дикейт или на как? Ну, как хочешь, давай. Пусть будет дикейт, я не делал здесь. Не окей. О, кстати, почти, почти, почти. Бля, я что-то там заложил. Так. А вот так. Я знаю, что Андрюша плюс-минус уже так умеет бортвистик. Во, давай бортвистом на туда. Спайн туда. Какой спайн? А, через стол? Да, через стол с бортвистом. Давай. Все, давай, если сюда... Во! Страшно, вырубай. Давай вторую.
Про флэт могу. Ну давай, ты гадаешь. Давай еще раз. Давай. Мяу. Так. 1-1? 1-1. Блин, это, конечно, бордвист бар, я бы вот с этого кикера его попробовал. Я вообще не укупаю, как это делать. Я на батутике могу. Типа это как-то надо вот так и сразу бар. Ну, блин, с флая я попробовал, а вот с кикера хз. Ну, на похуй сделаешь. Короче, я даже сам не знаю, сделали они. Ну ладно, давай попробуем. Посрать вообще. Бордвист бар и сразу с кикера. Ну, я тоже, конечно, дурак. Оу, ты не поставил ногу, чисто? Охренеть, классно было. Объясняй, русский, как прыгать, как крутить. Бартвист, да. Типа у тебя именно бартвист, ты еще не докручиваешь, ты не берешь его рукой, сразу бар. Кстати, слышишь, нормально. Это первые попытки, нормально. Ну ты боишься. Буква, ну сейчас я уже испугался, молчали, пыль. Нет, это все равно будет, но можно попробовать, типа потом где-нибудь это сделать. Окей. На вылете побольше, чем кикер. Еще 2-1. Yes. Короче, я хотел заказать Антошке что-то техничное, но я забыл что, поэтому просто офигеть. По грани? Дураки, на дорогу. Давай. Да что такое? А, неприятно. Блять, и зажимом еще прошлось. Неприятно. Ну. Я гадаю свою короночку. Хил вип сюда в трансфер. Хил вип, ой, блядь, да, ненавижу. Не делаю, ненавижу. Ну все, он нажрался, теперь это пьяный русский. Я это даже пробовать не буду. О, запахло вкусно. Горелым. Я не буду пробовать 3. Окей. Давай я полностью сменю направление своих трюков и попробую бар-ту-бар Поттера. Давай. Я, у меня тоже шанс. Потому что с гриндами что-то сейчас не зашло. Погнал. Страшно врубай. Не кажется? Да, есть такое. Это как-то не зашло. Я гадаю, Андрюша фронтборд на VIP, вот по этой вероле. Да, фронтборд на VIP? Да. А что ты думал? Да все насрать мне вообще. 3-1 или сколько там? Вот объясни, как на ходах это делать? Вообще изи. Типа... Ну, блять, сплашки. Прыжок-прыжок. Давай что-нибудь сделай мне такое, чтобы я отсосал прямо. Я могу, блядь, из нашей игры. Ну, погнали. А надо? Как хочешь. Я про ту бар хочу, ну, блядь, тебя ёбнуть тоже чуть надо. Что за счет, блядь, это уёбищный? 4-2 или 1? 1 у тебя вроде. Давай мою короночку. Давай. Фибл, Смит, Фейки, Смит, Калка. Давай. Ничего не люблю. А мой нелюбимый. Я не знаю, как я это буду делать. Я не понимаю. Я не понимаю, как с плахи на перилу прыгать. Двумя этими обоссанными прыжками. А без ходов тоже не хочется. Бля, чувак, я экстра беру. А у меня есть экстра или нет? Да, или нет. Не знаю, я не помню. Не, ты не взял вначале, ты букву получил. Давай. Это же не сложно, ну серьезно. Да я не катаюсь на гранях вообще. 4-2? 4-2, да. Блять, а у меня сейчас 5. Да. Я знаю, что Андрюша, ну, в Поттере пробовал бар-бар. Давайте ему тогда вот этого кикера бар-бар. Чтобы я пососал, да? Ну да. Да, блядь, почему я такой... Я такое сыкло, я делал это 100 раз. 2 бара в Поттере. Ну, бар-ту-бар в Поттере. Блять!
почему я что не фейл, что я в ногу попадаю каждый раз? Причем непонятно чем. Бля. Еще три кружочка. А, все-таки с кикера надо будет делать. Наконец-то. Все-таки надо с кикера делать. Че? Я надеялся, что не с кикера будет делать. Hola amigos, я приехал сюда из Испании. Я умею испанский вид. Мы не умеем считать до одного, мы умеем два. Давай, Андрюх. Во, давай, Андрюх, пожалуйста. Все, последнюю сделал, должен. Бля, ну красиво. Подожди. Усики еще не хватают, блядские. Да. Ехай! Давай! Белоруссиян чмо. У тебя харча на подбородке. Тебя накормить коксом, малыш. Ну надо было сделать. Вау. Ты ж видел, я... Ай, блядь. Я смотрю, у тебя тут Расу Скутерс. Мне нравится цвет этой вилка. Есть во флаг Испания. Прекрасный цвет. Можем проверить на прочность. Все, ладно, иди катайся на вилочке, рейси. Ну что, Андрюш? Прилетел. А? Руль сверху прилетел. Аж ногу не убирал, а докрутить не успел. One second, please. Итак. Добрый времен суток. Сегодня на обзоре... Антон, дай, пожалуйста, пауэрбанк. У меня в портфеле. Сегодня обзор на вилка Расу Скутерс. А у тебя есть провод на iPhone? Yes. I don't know. Stupid. You еблан. Я долбоёб. Мне very нравится this is fork, because она red color. Ну, такой red, сомнительный. А еще она очень light. Sorry за мой испаньола акцент. На ней можно крутить бары быстрее, потому что она резвый. Сейчас я не разумею. Давай. Я не умею два бара, но я попробую флэт хоть. Гоу. О, как быстро. Даже 4 было. Спасибо за игру. Пошли, отдохнем. Давай. Все, всем пока. Да, пойдем в магазин. Не гонишься, поставьте лайки, нет? Ну да, поставьте лайки, а потом, ради Андрея. Потом жалуется мне, бля, Андрюха, лайков нет, статистики нет, видосы никто не смотрит. Так ты скажи, смотрите мои видосы. Ну вот так вот. Все. Проблема в том, что не работает. Неважно. Все вы все равно знаете Андрюху, но все равно оставлю ссылку в описании на его канал, там Инстаграм, все. Всем пока, Илюха даун. Я не побрился, это видеомонтаж. Просто кто-то научился классно монтировать в iMovie.